Подводим итоги поединка. Авториал Фантазия, Михаил Калмыков, Илья Вахрушев. Илья, с победой, с очень важной, получается, очень уверенной. За счет чего так получилось? Хороший состав, все подобранным по позициям понимали, что следующий матч с Арктиком не хотелось, скажем так, все совсем подвисать, да, на последний тур оставлять. Хотя еще ничего не понятно. Но тем не менее, что сегодня стало такими главными составляющими успеха? Ну, прежде всего, все ребята, я думаю, понимали, что если мы не побеждаем, то мы вылетаем из Суперлиги, поэтому все были максимально настроены. Сегодня в целом, как бы, для нас нормальный сбор, как бы, у нас здесь сегодня приехало 10 человек, как бы, потому что последние игры там было 8-9, там 9 с трудом, как бы, вот, приехали все качественные ребята, как бы, все, кого ждали, в принципе, и у нас в команде очень много травм, и много травм серьезных, там, кресты и так далее, поэтому, вот, то есть, хорошо, что сегодня доехало 10, как бы, все, кто мог, приехал. Команде «Фантазия» спасибо большое за игру, очень было для меня интересно игра, то есть такое наше там подвальное дерби, как бы, я думаю, что не менее интересно, чем там «Роза Доста», как бы, просто на другой части турнира таблицы, а так в целом, как бы, ну, просто парни знали, что сегодня как бы последний шанс, как бы, поэтому вышли все настроенные, как бы, и все сыграли свой лучший футбол, то есть вот так вот как-то, ну, большие молодцы, их поздравляю с победой, идем дальше. Михаил, теперь вопрос уже тебе. Как мне показалось, много кого не хватило сегодня. Почему не было большого количества футболистов? Или, может быть, дело вообще не в этом, дело в том, что не сыграли, как должны были? Ну, я считаю, что те, кто приехал, должны были сыграть так, как они умеют. Другое дело, что действительно, ты правильно замечаешь, что мы здесь сегодня были не в том оптимальном составе, в котором мы играли там несколько матчей до этого. Но это не слабое оправдание, потому что выходить нужно и дорабатывать каждый эпизод. Понятно, что где-то там пацаны многие пропустили очень много, да, тот же самый Дима, там, Лесенков или Никита Перелетов. Их долго реально не было с нами, несколько недель. Плюс действительно нам не хватало и, ну, можно было восьмерку сделать, наверное, из ребят, которые до этого добывали результат. От этого отсутствие связи игровых, да, отсутствие где-то там, возможно, тонуса. Да это слабые отговорки на самом деле. Пацаны настроились тоже, да, ну понятно, что скорее всего, да, сыграло то, что мы сегодня, ну я изначально ребятам сказал, вы не фавориты этой игры. Потому что выходит Авториал, команда, которая по сути цепляется за последнюю соломинку. У нас она сейчас осталась в руках, да, ну фактически, то есть, и то мы сейчас даже не зависим от себя, в этой игре мы зависели только от себя фактически, да, то есть мы выигрываем эту игру, у нас там все абсолютно шансы за 10 место биться. Сейчас мы будем биться там максимум за стыковые игры. И, ну, я благодарен тем, кто приехал сегодня, но больше всего, конечно, хочу поблагодарить Геру, который очень хорошо настроил Авториал сегодня, молодец. От души своими там инста-блогами, да, там. Ну, 3-0, к сожалению, не получилось, но как смогли. Действительно, вот эта такая соломинка была важна. То есть, насколько парни, потому что многие же пришли в команду, там, многие играют не с начала сезона, но насколько вот они прониклись тем, что хочется все-таки там тебя, как руководителя команды, да, поддержать. И чтобы этот проект дальше существовал там, ну, именно в Суперлиге, да, понятно, что еще будут стыки, скорее всего, да, и пока не заглядываем вперед, да, и там надо будет еще тоже свое место сохранить. Но, тем не менее, вот насколько сейчас команда по духу такая, которой ты ее хотел видеть? Да, просто, ребята, еще я хотел еще сказать, то, что они все понимают, ну, то есть у нас стояла такая, как бы, так сказать, мы обговорили такой момент, что если мы вылетим, то команду будем закрывать, потому что, как бы, играть ниже уже не хочется, потому что все-таки до какого-то уровня дошли, соответственно, как бы, все прекрасно понимают, что, как бы, кто заинтересован, в принципе, вот в этой команде, как бы, в этих ребятах, как бы, то есть нужна была победа, нужно оставаться в Суперлиге, как бы, тогда будем думать, что продолжать, как бы, то есть если мы вылетаем, как бы, то, соответственно, как бы, ну, это уже там совсем другой разговор. Ребята сегодня, как они, ну, мы все вместе уже достаточно давно играем, уже последние полгода, как бы, на зимнего турнира, вот этот состав, в принципе, играл, как бы, то есть, поэтому все, как бы, друг друга мотивировали, как-то, не знаю, на поле, и, не знаю, сегодня никто не пихал, большие молодцы, как бы, то есть, играли все, как бы, единым целым, как бы, и знали, что если не сегодня, то уже никогда, как бы, поэтому сыграли, добыли эту сложную победу, как-то так, ну, еще раз говорю, вот, кстати, по поводу Геры Бунятяна, он очень, блин, прикольный видосики
там делал в этом Инстаграме. Я ему, конечно, не отвечал, потому что я так не очень умею это делать. Тем не менее, как бы подбодрил нас немножко в том плане, что как бы кидал на мотивацию дополнительной, чтобы не получить 3-0, как бы как он хотел. Но получилось это как получилось, как бы. Но тем не менее, фантазии. Реально, с ней было очень интересно играть, как бы, и ждали тоже этой игры, как бы, большие молодцы. Я желаю им, чтобы... получается, они уже... Либо... Ну, я бы хотел... Команда для меня дружественная, я многих ребят очень давно знаю, как бы, и Мишу, и Геру, и так далее. Хотелось бы, чтобы мы вместе остались... Да, чтобы мы остались все суперлиги, как бы, и вместе что-то там мы дальше фантазировали, играли там, и добивались результата уже в следующем году, как бы, условно. Поэтому, ну, будем, короче, думать всем... Все будет хорошо, короче, в любом случае. Как так. Где же мотиватор, который эти видео записывал? Почему он сегодня сам не приехал? Потому что мне кажется, что его участие порой тоже действительно и создает какие-то моменты, да, и добавляет, возможно, энергетики команде. Ну, Гера в Армении сейчас, поэтому он и не приехал. Но это на самом деле все... Не так важно, да, то есть я могу сказать так, что даже те пацаны, кто приехал сегодня, они все хотели выиграть. Я не думаю, что кто-то приехал просто так там поиграть с Авториалом, потому что мотивация и в раздевалке везде была, ну просто такая игра, которая, скорее всего, идет в какой-то степени до гола. Вот они забили этот гол. И второй сразу, да. Ну тут зеркальная ситуация, вот то же самое было на прошлой неделе. На прошлой неделе у нас был более оптимальный состав. Ну, там плюс-минус, там пара игроков нам не хватило. Но, опять же, да, получаешь два и уже не знаешь, как отыгрываться. Но я, опять же, я могу сказать, что в этом футболе ты забиваешь два, но ты можешь и пропустить тут же три. И это я никак не могу понять, почему ребята, которые играют на поле, да, в эту минуту, это должно, наоборот, злить, что ты пропустил. Не расстраивать, а злить. Ты должен выходить и... выгрызать эти моменты, то есть должен до последнего биться. Я не могу сказать, что там все у нас так сегодня не делали, но это должна быть командная история. Сегодня Авториал был командой, у нас сегодня было много единиц на поле, каждый хотел, но командно не получилось. Местами где-то была там какая-то игра прослеживалась. Но опять же, я скажу так, что вот есть команды, да, в Суперлиге, которые и задают уровень Суперлиги, да, то есть нам тяжело, потому что класс игроков, он все равно ниже, да, чем там у топовых команд, как ни крути, но здесь можно добиваться результата за счет, либо, как вот это делает Авториал, например, за счет характера, да, во многом, либо за счет командных действий, но командные действия, они не возникают просто так, приехав на игру раз в неделю. Я об этом бьюсь, ну, как бы с этим бьюсь уже, но без мотивации, видимо, никто не желает там приезжать на тренировки, разговаривать, да, что-то придумывать. У нас тренировочный процесс, вот мы в это дело вкладываемся, да, потому что я глубокий сторонник того, что без тренировок, в принципе, поставить какую-то игру интересную вообще невозможно. Ну, это мое мнение. Если только там не все там профики, да, как там Фортуна, там они приезжают, все друг друга уже знают. Да и то там, ну, как не сказать, что там какая-то там фантастическая игра у них налажена, да. Просто некоторые вещи они делают правильнее, чем, например, мы. Но если вы хотите играть, да, командой хорошо, к сожалению, вот все ломает гигантское количество турниров в городе, наверное. Их очень много. Все играют в футбол везде, и там для кого-то там дополнительная тренировка, ну, скорее, как бы не нужна. Чем все думают, ну, ладно, я тут форму поддержу в другом месте. Да ни хрена подобного. Вот мы поэтому и здесь находимся. Если бы команда приезжала, там, 20 человек только там заявки, приезжают каждую неделю, встречаемся, общаемся, смотрим, кто лучше, кто хуже. Понятно, было бы проще. Но, к сожалению, в этих условиях, наверное, я все-таки должен тоже, как и Илья, вот такую же установку сказать, что если следующую игру мы не выигрываем, то команду мы закрываем. А как еще? Наверное, так. Потому что та модель, которую я себе вижу, да, это то, что я как бы хотел бы видеть в Суперлиге или где-либо, это команда, которая еженедельно встречается, хотя бы раз в неделю на тренировке. И этим же составом мы выходим на игру. Вот это тогда результат мог бы быть. А вот так,
приезжать и там, ну, авось, а у меня работа, а у меня то, а у меня пятое, десятое. Но, к сожалению, у меня нет такого богатого выбора футболистов, да, для того, и там, может быть, каких-то футбольных знакомств или еще чего-то, чтобы собрать обойму таких игроков, которые будут выходить и на тренировку приезжать, и на игру. Те, кто есть, респект. Те, кто не хочет, но будем делать выводы сейчас после последней игры. Спасибо. Хотел кое-что добавить, ну ладно. Тёма, можешь добавить? Давай. Хотел в том числе, как бы, так сказать, Мишу поддержать в том плане, что все-таки я считаю, что, например, ну, то есть для меня этот футбол, в том числе, как бы, как для Миши, то есть я, например, команда существует 2017 года, за это получается, я 2021, 4 года мы играем вместе, я не пропустил ни одной, как бы, игры, то есть я 4 года всегда был на играх, как бы, я, то есть, я считаю, что в каждой команде должны быть футболисты, которые будут так же, как я, там, как Миша, так сказать, если я могу приезжать, почему другие не могут, я же тоже работаю, там, у меня тоже есть там свои какие-то моменты, то есть нужно просто, так сказать, чтобы, мне кажется, чтобы порядок бьет класс, как бы, то есть если будет порядок, то есть если будет там 20 человек единомышленников, которые, грубо говоря, каждый занимается там своим делом, то есть там игроки играют на поле, тренер тренирует, там кто-то занимается там единой частью, кто-то занимается там поиском игроков условно и так далее, то тогда будет результат, как бы, я никогда не поверю, что у всех там, ну, то есть если у человека есть желание, он всегда найдет время приехать, как бы, а не будет какие-то отговорки там в плане того, что там, не знаю, не смог, там работа, у меня тут там пах болит, там условно, там, или попа болит, там, и так далее. Поэтому, как бы, для того, чтобы в этой лиге играть уверенно, здесь можно играть с топовыми командами, на как бы, на их, ну, которые сейчас на сегодняшний день топовые, можно играть с ними в уровне, даже имея игроков ниже класса, но если у тебя будет какой-то порядок, то есть все приехали на тренировку реально, да, то есть там человек там 15, условно, 16, как бы, эти же игроки приехали на футбольное поле, я вот уверен, можно брать и Досту, и Волну, и Артик, там, и Розы. Розы побеждают за счет того, что у них есть порядок, они там собираются на тренировку два раза в неделю, там, или один раз в неделю, они приезжают на игры одним тем же составом. Вот поэтому у них есть результат. Поэтому призываю всех, как бы, и, как бы, грубо говоря, серьезно относиться к делу. Если ты вписываешься в коллектив, значит, будь любезен, как бы, играй, приезжай, как бы, и получай вместе удовольствие от побед совместных. Как-то так. Все. Я тоже добавлю для Ильи, да, вот хочу тоже сказать Илье спасибо, потому что я, ну, вот Илья с 2017, а я с 2015 года, у нас команда существует, и мы там прошли тоже там все низы, там, какие могли, и не всегда мы побеждали, и бывали ситуации, когда реально было очень туго. Поэтому, но, да, то есть строится все на одном человеке, Илья, я тебе тоже скажу, что не должно, ты не должен быть один никогда. Хотя реально, и авториал это Вахрушев, ну, объективно, да, и обязательно должны быть люди рядом, которые поддерживают, и обязательно должен быть такой костяк, поэтому и костяк футболистов, и костяк людей еще рядом, которые, ну, там, как, условно говоря, как вот ветеранов там заряжают, да, там, весь матч, вот такие люди тоже должны быть, поэтому я призываю всех команды, да, чтобы независимо там от того, чтобы не было вот этой пропасти между там пятеркой, там шестеркой топовых команд, да, и остальными, если есть возможность, да, своих футболистов, там, я не знаю, ну, там, контракт там на туалетной бумаге подпишите, там, какой-нибудь, да, что если ты хочешь играть за нашу команду, то ты не там, не просто там поиграть футбольчик приезжаешь, да, а ты приезжаешь действительно, ну, показывать результат. Тогда и будут интересные результаты, тогда и будет какой-то... Илье большое спасибо. Авториал молодцы сегодня от души. Спасибо.